Я хозяин машины. Я понимаю. У меня к вам вопрос. Вы сколько ухо отбирали? Да. Ничего, написать заявление, что машина упадет. Вы сейчас автомобиль ехали? Нет. Сотрудники полиции утверждают, что вы ехали. У вас автомобиль вот здесь? Движения нет. И вот этот друг снимает. А это кто такой? Корреспондент. Какой? Кабининформбюро. Да? Арриведерчи, друг. Вы не пригляньте, а то я вас не понял. Садитесь, пожалуйста, перед усилием. Не, на заднем дверях. По инструкции. Уважаемый, мы вас предупреждали? О чем? О чем? Надо выполнять законные требования сотрудников полиции. В худшем случае к вам будет применена физическая поедем сила. Поедем тогда в отделе, будем сидеть на руле. Ну что, в чем? Ну, поехали в отдел. Давай. Я вас сидим. Вы свидетельство не будете что-то? Конечно. Трубочку продышим? Конечно, без проблем. Документы только верните. Документы вот у инспектора. Составим необходимый административный материал и вернем его. А, тут ты чё? Тут кабин, это фото, тут хуйня. Не надо матом ругаться, это уже другая статья, понимаете? Не знаю, автоколонна 1278. Ну, сама ничего не хотите. Административного правонарушения. Я подъеду к вам сейчас, спрашиваю это. С нами проходи, Николай. Легкую. Да, с нами проходит. Правонарушение. Проходите. Вот в эту машинку я сяду. Вот, вы сядете в медотсек, я задержанник. Административно задержанник. На основании чего? На основании федерального закона о полиции. Кодекс. У меня что не существует? Что у вас не существует? Вы выражались громко, грубо, нецензурной бранью в нашем присутствии. Я вас предупреждил неоднократно. Не знаю, я если такого... вы сейчас не будете выполнять моих законных требований, вы вам будет... Вы не заломайте руки. Пожалуйста, проходите, пожалуйста. Самостоятельно. Присядьте, пожалуйста. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Я сюда не хочу. Других отсеков нет. Присаживайтесь. Я доеду на такси. Уважаемый, я сейчас Сергей Николаевич. Физическую силу. Присаживайтесь. На основании закона о полиции. Невыполнение требований. Законных требований. Однозначно. Не полиция. Грузим его. Сергей Николаевич. Самостоятельно. Вот так вот. Статья 19.3 уже нарисовалась. Вы по человечку не понимаете? Будем понятно, общаться на вашем языке. На вашем? На вашем. На Германии, да, мы.